Сегодня очень благоприятный день. Читание Махапрабху и Нитьянанда Прабху. Их спутник. Сегодня он проявляет лилу ухода Абхирама Такур. Тира Бхава Махотсу. Если мы будем представлять вайшнавов, то мы обязательно также получим результаты этого представления и сможем обрести их прекрасные качества. В Кришналилах он выступает как Шрида. В Говнадеша Дипике также говорится. Бирама Такур был Шридама Гопом. Кришналилах. А в лилах Махапрабху он проявляется как Абхирама Такур. Он проживал в Кришнанагаре. И он всегда плакал о том, чтобы быть у стоп Нитьянанды Прабху. Так же, как Кешава Госвами Махарадж, он всегда плакал, когда памятовал Шрилу Прабхупаду. А Шрила Гурудева, он всегда говорит, что после того, как Шрила Сарасвати Прабхупада проявил лилу ухода, после этого Шрила не мог произнести даже слово Прабхупад. Его голос, он прерывался, и он не мог сказать ни слова, он просто начинал плакать. Плакал. И таким образом Абхирама Такур, он был очень близок к Нитьянанде Прабху. Он всегда повторял имя Нитьянанды Прабху. Он всегда плакал по нему. Сачхат Гопалджи
Кришна Кришна, он приходил во сне к Абхираму Такуру. И в итоге он получил виграху в виде Гопала. И также говорится о том, что в той кунде, где он обрел божество, тогда вы обязательно обретете любовь к Господу. И Абхирама Такур, он всегда проявлял настроение сакхи расы. И там был большой кусок бревна. И 16 человек, они были не способны сдвинуть с места это бревно. На что сделал Абхирама Такур? Он смог в одиночку подвинуть это бревно. Бхакти Ратнакара Грандхи описывается это. Шестнадцать человек, они были не способны нести это бревно, но Абхирама Такур, он смог донести его в одиночку. И он был способен даже играть на этом куске бревна, как на флейте. Для него это было настолько легкое бревно, сравнимое даже с флейтой. Говорится о том, что Джайамангал Чаку он также говорил о том, что тот, кто примет омовение в этом месте, он обретет любовь к Господу. Жена Абхирама Такура она взяла его за руку и сказала, к сожалению, не было перевода. И так Абхирама Такур проявляет много различных игр. Нитянанда Прабху отправлял его проповедовать в Гаурадеш. И там он распространял миссию Шри Чайтанья Махапрабху повсюду.
Много людей, они приходили навещать его, и те, кто только получали даршан на Бирама-такура, они тут же получали любовь, она тут же проявлялась в их сердце. И в то время было очень распространена Майвада, Адвайтавада. Но что делал Бирама Такур? Все, кто видели его, даже такие люди, они все просто впадали в глубочайшую боль. Когда он видел Шилагам Шилу на своем пути, если это было не Вишнумурти, то он не предлагал поклон. Иначе эта мурти, она бы просто разрушилась. И поэтому он предлагал поклон только Вишну Мурти, Вишну Шиле. Однажды был один маленький гопал, ребенок. И Махапрабху, он сказал ему: «О, Гопал, мой язык, он очень непослушный. И даже когда я иду в туалет, я не могу остановиться, я пытаюсь держать свой язык, чтобы он не повторял святое имя». Но Гопал, он сказал: «О, Махапрабху, если, допустим, человек, он пойдет в туалет, и он не будет повторять святое имя, вдруг он оставит там тело, то что случится? Когда он не сможет освободиться из этого мира, нужно всегда памятовать святое имя Господа». И тогда Махапрабху, он сказал: «Гопал, о, Гопал, ты прав». И тогда с этого момента все начали называть его Гопал Гуру. И тогда, когда эта новость дошла до Абирама Такура, और उनके ललाट पर लड़ा दिया। और आपको ये कहते हैं जब वो प्रणाम करके प्रणाम करने लगे, И Абирама Такур, он не считал себя гуру, он не считал себя достойным. Тогда Абирама Такур, он спросил Махапрабху: «Что же мне делать с этим?» Махапрабху, он взял священную пыль и поместил ее на лоб и сказал, что с этого момента я буду заботиться о тебе. Ведь пыль со стоп Махапрабху, она не отлична от самого Махапрабху. Нет разницы между пылью со стоп Бхагавана и самим Бхагаваном. Абирама Такур, он проповедовал повсюду, и повсюду он прославлял Нитянанду Прабху. Гаура-деши, он прославлял и распространял повсюду миссию Шри Чайтанья Махапрабху. Многие апасампрадаи, когда они узнали его широкой проповеди, они стали бояться этого. और विशेष करके उन्होंने पंकुड़ा कृष्णनगर हुगली जिला ये सब जगह
Он проповедовал Кришна Нагар Багле. Имя Бхагавана имеет огромную силу. И нет разницы между Намой и нами, между Бхагаваном и его святым именем. Он повторял святое имя днем и ночью. Махапрабху он сказал: «О, у меня нет вкуса повторения святого имени». Он был очень смиренным. Какого же правила принятия святого имени? На самом деле, для святого имени нет никаких правил. Вы можете есть, спать, ходить, вы можете повторять святое имя повсюду. Можете принять омовение, до омовения, после омовения, сидите, вы стоите, неважно, что вы делаете, вы можете всегда повторять святое имя Господа. Когда вы повторяете Гаятри мантры, там присутствует очень много различных правил. Но если вы повторяете Хари Кришна Махамантру, то для нее нет никаких правил. И на Бенгале говорят: нет никаких правил для того, чтобы спать или есть. Также для святого имени нет никаких правил. Есть один вид рыбы. Если у него, допустим, анемия, то если он будет есть этот вид рыбы, то у него очень сильно восстановится кровь. Но на самом деле... Есть много других вариантов, чтобы сделать это. И самым главным, для того, чтобы все было хорошо, нужно повторять святое имя. И Абхирама Такур он разрушал все апасампрадаи. В Западной Бенгалии он также проповедовал там. Вы знаете, что в этой части Индии очень тяжело проповедовать. Во время летнего сезона первый день
нету никаких дождей. И все очень сильно высыхает. और जूता चप्पल पहन करके जाओ तो वो बिल्कुल घिस करके И по сухой глине очень легко бежать. Но когда идут дожди, и глина становится влажной, то тогда в шлепках вы уже не можете спокойно передвигаться по этой грязи. И в такой местности у людей по несколько шлепок, сандалий, потому что... По такой грязи невозможно ходить, и нужно перебываться постоянно. Гурдев рассказывает, что Навадвипе была также такая же дорога. Один раз только в году я туда ходил. Ну, сейчас такое время, что мы вообще никуда не можем выйти, потому что у нас локдаун, карантин, и все закрыты на карантин, и мы не можем даже выйти из храма. Господи, он жестко переводит еще. और खाने के पहले कितने लोग की रसोई बनाना पड़ेगा उसका 150-200 लोग की रसोई बनाना पड़ेगा आप मुझे बोले तो विश्वास नहीं करोगे И в то время было сложно получить даже 50 мл масла, и из этого масла вам нужно было приготовить еды на 150 человек. Мне было сложно находиться даже там 10 дней. И они постоянно жгли. Я не поняла, что они жгли. Они жгли что-то, что вызывало очень много дыма. И Гурдев говорит, ему было очень сложно терпеть это. И представьте, там было 50 мл масла, и нужно было приготовить еды на 150 человек. जब पार होगा पार के ताली में तो कोई नहीं आता है और जब खत्म हो जाएगा ना पार होगा इतने भरे 150 आदमी के लिए सब्जी बनाया इधर 300 आदमी के लिए И обычно, когда только начинается Хари Катха, до Катхеи никого нету, а после Катхеи всегда люди приходят. Почему? Потому что там же кормят, поэтому они всегда собираются. И когда Гурдев услышал, что они реально готовили на вот, только вот на эту огромную толпу, они приготовили просад из 50 мл масла, я подумал, господи, что это за вид еды, как это вообще возможно? И Гурдев сложил ладони и сказал, что он больше не может находиться там. ब्रह्मचर्य था हम दोनों दसी बनाते रहे
А все говорили, очень вкусная еда. और लोग भी प्रवचन करने के लिए महाराज के जब बिल्कुल पसीना निकाल देते थे प्रवचन करने का पहले लोग क्या करते खड़े हो जाते थे महाराज क्या आप बताओ अरे मान लिया बैठो Когда мы проповедовали, люди постоянно задавали нам множество вопросов. А если кто-то спрашивает, ты обязан ответить. То отец отца Драупады, допустим, кто-то спрашивал. Они задавали очень странные вопросы. И что бы они ни спросили, но ты все равно должен отвечать. К чему я это говорю? Потому что во времена Абхирама Такура он также совершал очень большие усилия для того, чтобы распространить миссию Махапрабху, для того, чтобы проповедовать повсюду. И люди, они были изумлены и привлечены его проповедью. Махапрабху, он сам говорил, что только если лишь я проливаю милость на кого-то, тогда он сможет проповедовать, а иначе нет. Я помню, я рассказывал Бхактивиданта Свами Махараджа Харикатху. И там были ученики Бхактистанта Сарасвати Прабхупады. Они были очень большими пандитами. И вы знаете, что Бхактивиданта Махарадж, когда он отправлялся в Германию, он за несколько дней выучил там немецкий язык и давал харикатху на немецком. Так много больших пандитов, учеников Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Если вы бы слышали английский Бхакти Хридай Бон Махарадж, вы бы даже не смогли понять, что он говорит, потому что у него был такого высокого класса английский. И он использовал очень научные слова, которые используют ученые. Бхактивиданта Свами Махарадж. Он отправлялся также совсем ненадолгий срок в западные страны, и он совершал там такую большую проповедь. Представьте, если бы Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, он был в это время, как бы он был счастлив узнать, что его ученик совершил такую успешную проповедь. Помните, что он получил саньясу от Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджа, а затем он отправился в Америку на проповедь. Нам
महाप्रभु के नाम से कीर्तन के शक्ति के आवेश सत्तावेश होता है। तो एक शब्द महाप्रभु के आवेश होता है। गुरुदेव ने कहा नहीं तो इतने विपुल प्रसाद कौन कौन कर पाएंगे, एक ही Вы знаете, что та проповедь, которую совершал с вами Прабхупада, это совсем нелегкая проповедь. И с вами Прабхупада, он проповедовал повсюду в этом мире, может быть, около 10 лет. उनके बोले प्रभुपाद कौन है, गोसाई महाराज। Если вы спросите кого-то там в тех местах, где проповедовал Прабхупада, кто является Прабхупадом, то все скажут вам только про Свами Прабхупаду, не про Сарасвами Прабхупаду. Они были так привязаны к нему. Свами Прабхупада, он проповедовал повсюду. Он является Крипа-патрой Махапрабху, то есть той личностью, на кого Махапрабху пролил всю свою милость. И Гурудева, он говорил, что не хватит никаких дней для того, чтобы прославить с вами Прабхупада. Он мог прославлять его 2-3 дня без остановки. Когда с вами Прабхупада, он оставил этот мир, тогда его саньяси, они не знали, что им делать, они пытались найти какое-то прибежище, но многие из них даже поснимали кантималы. Им было очень непросто выживать без него. И Гурудев, он всегда прославлял с вами Прабхупаду. И Шрила Гурудева, он ругался на тех, кто получил возможность общение со своим Прабхупадой, и после этого, получив такое возвышенное общение, многие из них, они просто оставляли сознание Кришны, оставляли кантималу, многие начинали есть яйца. И Шрила Гурудева сначала, он очень сильно прославлял с вами Прабхупаду, и после этого он начал ругать тех, кто был не способен продолжать практику после его ухода. Многие говорят, вот какой... Когда бывает, они спрашивают про своего гуру, в какой он расе и так далее. Но вы должны сначала хотя бы понять себя. Как вы можете понять своего гуру, если вы блуждаете здесь и там? Многие поуходили Бабаджи Сампрадая после ухода с вами. В Китае. Какой-то один ученик Шрила Гурудева, он проповедовал очень много в Китае. И после того, когда он, Шрила Гурудева, он также ушел из этого мира. Он просто ушел в Бабаджи Сампрадая. Продюмна Мишра его звали. Он получил саньясу.
Его звали Вайшнава Махараджа. Он жил в Гонконге. Он проповедовал очень-очень много в Китае. И позже что он сделал? Он сейчас в эти дни в Бабаджи Сампрадай. По сути, он не получил ничего. Он не получил Гопи-бабы. Высшие ступени. Бабаджи Сампрадай не будет говорить, вот вы такая манджари, Расагула манджари, будут говорить вам ваши имена. Но будет ли это истина? Нет. И в общении с неблагоприятными личностями для бхакти он оставил Шрила Гурудева. Он оставил абсолютно все. Ты думаешь, нормально, когда налейте на ладонь? Итак. Что, потеплее, да? Потеплее надо? Потеплее надо? Добавить надо? Еще добавить? Итак, после того, когда Шрила Гурудева ушел, много-много людей, они также оставили этот путь. На самом деле, если вы оставляете практику, уходите в какие-то другие практики, это все является оскорблением Гурудева. Он сказал, что Шрила Гурудева, он закончил, он оставил этот материал. И вообще, когда Шрила Гурудева, он слышал о том, что кто-то оставлял его, уходил в другие сампрадаи, Шрила Гурудева, он спрашивал, что за оскорбление совершил вам, что вы уходите в другие сампрадаи. Гурудева был очень смиренным. Еще Гурудева говорил, какое оскорбление совершил тебе, что ты оставил меня. Он обращался к тем, кто оставил Шрилу Гурудеву и отправились в другие сампрадаи. Почему я говорю это? После того, как вы получаете какое-то общение, посвящение от Махабхагаваты, как вы можете получить плод? Не должно быть такого, что вы встречаете Махабхагавату, затем оставляя его, вы не получаете ничего. Шрила Гурудева вам дает так много милости, но вы почему-то оставляете его. Вы совершаете оскорбление с Санстапам Гуру и Вайшнавам.
И если кто-то дотронется до огня, автоматически, естественным образом он обожжется. И вайшнавы, они также по своей природе очень милостивы. Махапрабху, он его называет Крипалу, а Гуру и Вайшнаву, они также Махамахавадана. Но мы при этом не должны совершать никакой нинды, никаких оскорблений по отношению к лотосным стопам. Я Абхирама Такур. Абхирама Такур, он наказывал тех, кто выступал против учения Шри Чайтаньи Махапрабху и отдавал какое-то оскорбление. И мы просим о том, чтобы он пролил на нас свою милость, и мы смогли предаться Гуру и Вайшнавам. Харе Кришна.